Прямо сейчас и вообще, когда вы направляете внимание на то, что есть, он постепенно стихает. И вместе с ним ослабляются все отождествления, которые присущи сознанию, забывшему себя. Просто практики, которые ведут к успокоению ума, они уже пробуждают, потому что мы с вами находимся в удивительном, очень сложно объяснимом как он функционирует в мире. Любая попытка объяснения – это всего лишь взгляд с какой-то стороны, и это всего лишь предположение и попытка объяснить то, что объяснить вообще невозможно. И до тех пор, пока ум желает понять, продолжается поиск. Вот очень часто на сатсанге задают вопросы, а вот зачем там и так далее, да? А вот зачем эта игра начинается, а вот зачем сознанию делать так, забывать себя и потом. Это все проявление поиска, в котором ум требует ответов. Интеллектуальное успокоение, оно имеет несколько уровней. И наиболее глубокое понимание называется просветлением, потому что термин просветление, он по своей сути относится к чему-то ранее омраченному, а омрачен только ум. И просветление – это не конец развития. А просветление – это прояснение ума. То есть просветление – это выход вот из этого неведения и это то, что дает знание.
о том, как быть здесь. Все рождаются. И после рождения мы каждый день вынуждены просыпаться и что-то делать. И когда вы смотрите телевизор, какие-то передачи, историю успеха каких-то людей, может сложиться впечатление, что вот этому человеку повезло, вот он себе работает и работает, вот у него есть энергия. Но в сознании каждого, кто живет, одна и та же задача – проснуться и начать что-то делать. И что делать? Этим вопросом мы уже задумываемся, вот уже когда начинаем ходить в школу, и даже еще раньше мы говорим, кем мы будем. Что делать? Ведь, в принципе, даже если ничего не делать, проснуться и ничего не делать, сложность жизни заключается в том, что человеку сложно что-то делать или что-то не делать. То есть он должен понять, что ему тут делать. Даже не то, что тут, он может даже не понимать, не задаваться этим вопросом, где тут. И вот каждый из вас сейчас, ведь какие ваши проблемы? Проснулись и живите себе. Ну да, происходят разные ситуации. Ну, у вас же уже к этому возрасту у вас у всех есть образование, у вас у всех есть навыки определенные. Ну да, вот к этому моменту вы все умеете зарабатывать деньги. Ну, по крайней мере, на хлеб каждый из вас абсолютно может заработать. Да, на какую-то элементарную одежду. Ведь вы же все имеете машину, насколько мне известно. Вы можете путешествовать даже, да? То есть, вот проснулись и живите себе. Делайте то, что делается, то, что умеете делать. И заповеди правильной жизни известны всем. И нету никаких сложностей в этом. Проснулись и живите себе. Многие люди сталкиваются с тем, что трудно жить. Причем проблемы не столько внешние. И казалось бы, у человека вроде все есть, но ему трудно встать с постели иной раз бывает. Трудно заставить себя что-то делать. Какая-то тяжесть может быть, да? Отсутствие энергии, нежелание жить. И почему так происходит? Казалось бы, человеку все дано. У него есть две руки, две ноги, и зрение хорошее. Все функционирует. А реализовать это он не может. И вот мы начали с того, что когда мы с вами начинаем направлять внимание на то, что есть, на момент,
ум начинает успокаиваться. И приходит какое-то внутреннее успокоение, покой, даже внутренняя сила. А вот человек, который находится в таких состояниях, который не знает, как жить, его ум очень неспокоен. И за счет того, что ум своим неспокойствием забирает очень много энергии, он плюс его еще отрывает от целостности, с прикосновения с источником, главным энергетическим источником, ну вообще жизненным источником, это вот эта вот истинная сущность. И человек может быть так оторван, тотально оторван. Чем сильнее он оторван, тем сильнее он будет испытывать страх, бессилие и беспомощность, невозможность реализовать что-то в этом мире. Он будет испытывать сильное чувство одиночества, чем сильнее он оторван. И в данный момент это тоже все касается вас, потому что периодически и страхи такого экзистенциального характера, как страх смерти, страх одиночества, если они наваливаются, это является показателем того, что ваше сознание просто сузилось, ум стал очень активным, он забирает все внимание на себя, а ум же он иллюзорен, то есть вот сила уходит на иллюзорные страхи и мысли, какие-то рассуждения, и, соответственно, теряется связь с собой истинной, да? И, конечно, много существует объяснений, что мы пришли на эту планету, так сказать, работать, что все события, которые даны, они даны для того, чтобы сознание в этом теле, оно развивалось. Но вот что интересно, что во многих направлениях и течениях говорят про пробуждение. Человек, живущий в неспокойном или с неспокойным умом, он однажды соприкасается с тем, что за пределами ума. Он начинает пока только понимать, что когда он с этим соприкасается, ему легче как-то. Но это еще далеко до пробуждения. Потому что пробуждение считается, смотрите, если есть слово пробуждение, значит кто-то спит. Но семантика слова, да, пробуждаться, оно относится к спящему. Но это еще далеко, когда человек начинает только делать практики, начинает медитировать, это еще не пробуждение. Это пока только такая большая-большая, еще издалека подготовка. А пробуждение это вот уже действительно, когда происходит вспышка осознания, кто я. Пробуждение – это когда случается самадхи, то есть исчезновение на некоторое время тела, ума, соприкосновение с тем, что
Понимаете, оно необъяснимо умом, но некая наша вот сущность, она узнает это. И вот здесь вот начинается пробуждение сознания. То есть сознание начинает постепенно постигать, что мир, та реальность, которую человек считал миром, то, что дом, мама, жена, ребенок, это на самом деле иллюзорная реальность, в которой время, оказывается, нету. И нету прошлого, и нету будущего. И вот это вот пробуждение, это тоже только начало пробуждения. Поскольку проснуться в этом сне практически невозможно. Потому что любой опыт – это то, что снится сознанию. Там, опыт просветления тем более, потому что это интеллектуальное понимание. Проснуться. Как проснуться? Это надо выйти за рамки жизни этого тела, за рамки вот что-то там за смертью. И поэтому существуют такие жесткие многолетние практики, направления, в которых люди посвящают целиком, тотально, абсолютно свою жизнь. Они выходили за эти пределы и просыпались в сознании. Просыпались. Oh.